Так, время обеденное, ребята. Делаем второй заход. Я вам рассказывал, что вот это поле, оно чудесно тем, что оно приносит сюда какие-то цветочки. Вот эти вот колокольчики, или как их назовите, мы их снимали. Желтых полно цветочков. Но больше всего мне интересно сейчас совсем-совсем маленькие цветочки. Ну, просто вот крошечные. Вот что я имею в виду, говоря о маленьких крошечных, маленьких ромашечках, желтых цветочках. Я подумал, хорошо бы их тоже поснимать, но проблемка заключается в том, что в большой посудине, даже в рюмке. Алло, Томас. Алло, они будут смотреться очень грубо, вернее, они будут смотреться очень мало. Я вспомнил, что во время добычи сокровищ вот мне достались вот такие маленькие финтифлюшечки. И я так подумал, думаю, они подойдут как раз. Но сначала мы с вами снимем все те же ромашки. Пока они не завяли, я хочу из них выжать последние. Так как в моей Open студии много деревьев, поэтому здесь всегда царит такой небольшой полумрак, что очень хорошо. И я заметил в прошлый раз, что когда мы фотографировали наши эти цветочки, ромашки, был не очень хороший букет собран, то есть как бы в разнобой, поэтому я собрал побольше. Вот тут я вижу, что требуется еще один. Ну а потом будем работать вот с этими маленькими. Так, как видите, я принес еще эти козелки, потому что стол трогать неохота. Я на нем как бы режу цветочки и кладу свою камеру. Вот под таким углом я сейчас это сниму. Но дело в том, что мне напомнили одну вещь. Смотрите. То есть мы можем спокойно делать подсветочку обычным фонариком. Тогда, если далеко взять, не будет резких этих перепадов. Это не вспышка все-таки, да? Но в то же время он немножечко подсветит. Посмотрим, что получится, окей? А сейчас я приступлю к изготовлению маленьких. Вот я сделал это. Теперь посмотрим, удастся ли нам обмануть самих себя и зрителей. Да? Давайте попробуем. Ну, вот этот с подсветкой фонарика мы можем сразу прямо брать и все. Единственное, что... Вот. Так, может быть, его откадрировать сейчас. Ну, получился сразу же хороший рисунок. Давайте посмотрим. Резкость великолепная. Что нам еще нужно? Так, открываем изображение. И смотрим, может быть, чуть-чуть подрезать. Сейчас, секунду, изображение. Сейчас посмотрим. Может быть, еще вот так. Так, я думаю, будет лучше изображение кадрировать. Да. Ну все, сохраняем, готово. Работа красивая, хорошая, яркая. Несмотря на то, что фонариком подсвечивали, тут небольшая тень появилась, но оно ее не портит. Даже тут я имею в виду. Тут видите. Эти мы можем убрать синие какие-то подсветки, не нужна ни нам. Так, хорошо. Следующее. Вот, кстати, тоже подсветка фонариком дала очень хороший результат. А кисточкой побрызгать получились такие маленькие хорошие капельки. Как говорится, то, что и нужно было. Ну, давайте посмотрим, нужно ли еще что-либо. На этом уже, в принципе,
в нормальном кадре. Видно, что да, хочет немножко белого добавить. Вот здесь видно. Так, и черного. Так. Окей. Сейчас посмотрим, надо ли нам. Скорее всего, нет насыщенности. Ну, разве же чуть-чуть. Ну, нет, мне не нравится. Слишком рыжий получается. Наоборот, надо убрать. Вот так оставить, будет красиво. Нет, это мы не будем делать. Никон справляется сам с цветами, как видите. Так, ну все. Тоже сохранили. И пошли на шатер грузить. Так, теперь давайте посмотрим на эту. Во-первых, я бы сразу ее такой немножечко повернул. Это раз. Второе, откадрировал. Вот так. Это два. Так. И в-третьих, пошел в коррекцию. И сделал бы вот так. Слушайте. Ну, красивая штука получилась-то. Так, немножко сейчас мы сделаем следующее, наверное. Да, пойдем в фильтр Topaz и возьмем Topaz. Немножко, мне кажется, надо вот эту прибрать. Вот так. И детали проявить. Редуцировать блур. Вот так. И свои края поставить. Все, окей. Все. Смотрим сейчас. Ну, хвала полевым цветочкам, ребят. Посмотрите, какие они. Вот тут я, правда, не заметил. Вот тут вот увядший немножко. Ну, это бог с ним, пускай он так и будет. Но смотрите, какие цвета. Резкость довольно-таки хорошая. Несмотря на то, что она махонькая-примахонькая, мы получили букет, ребят. Вот это место, правда, мне надо было заполнить чем-нибудь. Сейчас я посмотрю, у меня, по-моему, есть. Но не важно, факт то, что оно получилось. Я себя поздравляю, вы меня поздравляете, и я вас. Все, ребят, пока. Студия себя оправдывает.